Сегодня главная тема дня – это мед и его главное преимущество. Но прежде всего у меня к вам один вопрос. Вы мед едите? А хотите узнать, что может с вами случиться, если начать есть мед каждый день? Как нам всем известно, мед – это натуральный продукт, получаемый из нектара цветов. Он обладает множеством полезных свойств и является отличным натуральным подсластителем. Помимо этого, мед обладает антимикробным действием, которое может препятствовать или даже уничтожать рост микроорганизмов, защищая нас от болезней. Сегодня вы узнаете о 7 преимуществах ежедневного употребления меда. И первое – это то, что мед улучшает память и успокаивает нервы. Для полноценной работы нашему мозгу нужно правильное питание. Постоянно взбадривать себя шоколадом или кофе – очень вредно. Для питания клеток головного мозга необходимы белки, аминокислоты, углеводы, витамины, антиоксиданты и много других веществ. Мед – это тот самый продукт, который имеет в своем составе все перечисленное и очень полезен для общих функций мозга. Поэтому запасайтесь баночкой сладкого меда и принимайте его ежедневно, хотя бы по одной чайной ложке, и ваша память точно скажет вам спасибо. Второе преимущество. Мед способствует хорошему пищеварению. Считается, что мед облегчает процесс пищеварения и таким образом позволяет избежать самых распространенных неприятных ощущений, таких как боли вздутия живота. Он благоприятно воздействует на протекание пищеварения кишечника. Это объясняется тем, что в меде имеется высокая концентрация железа и других элементов, которые улучшают усвоение организмом пищевых продуктов. Также мед способствует опорожнению кишечника. И это еще одно его преимущество. Он мягко обволакивает стенки кишечника, выводя каловые массы из организма и убирает запор. Медики рекомендуют принимать чайную ложку меда при запорах в сочетании с потреблением продуктов, богатых клетчаткой, и запивать их большим количеством воды. Вам нравится видео? Тогда поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Еще одно преимущество меда. Он делает кожу красивее. Знаете ли вы, что ежедневное употребление меда, вместо сахара или других подсластителей, улучшает состояние вашей кожи? Это происходит благодаря разнообразным питательным веществам, которые в нем содержатся. Ферментам, витаминам, минералам, антиоксидантам. Доказано, что мед обладает увлажняющими, успокаивающими и антибактериальными свойствами, которые делают кожу более здоровой, мягкой и упругой. Также, согласно многим исследованиям, мед помогает в лечении многих дерматологических проблем кожи. Он стимулирует рост мягких тканей, уменьшая шрамы при местном применении. Мед улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. И это его пятое преимущество. Сердце – это часть нашего тела, которая требует для работы больше всего энергии. Для того, чтобы укрепить ослабленное сердце и сократить расход его энергии, необходима глюкоза. Мед в этом случае будет полезной альтернативой сахару. Глюкоза, содержащаяся в натуральном меде, расширяет коронарные сосуды, улучшая таким образом всю систему коронарного кровообращения. Однако, очень важно соблюдать суточную норму сладкого пчелопродукта. Употреблять мед лучше всего маленькими порциями, по одной чайной ложке 3 раза в день. Легкое усвоение натуральных сахаров меда дает миокарду возможность регулировать состав крови и уровень гемоглобина. Мед также защищает сердце от холестерина. Шестое преимущество меда. Он предотвращает и борется с респираторными заболеваниями. Мед помогает бороться с вирусами и бактериями, вызывающими инфекции. Он может поддержать лечение, назначенное вашим врачом, в случаях простуды, ринита, кашля или инфекции горла. Седьмое преимущество. Мед способствует лучшему сну. Сегодня многие люди плохо спят. В этих случаях мед может стать отличным союзником. Его натуральный сахар способствует выработке мелатонина. Гормона, который расслабляет тело, снижает стресс и способствует более спокойному сну. Чайная ложка меда на ночь – это залог хорошего отдыха. Особенно если его запить ромашковым чаем. Итак, если вы являетесь частью этой группы, мед может быть вашим союзником. Несмотря на то, что мед обладает всеми этими преимуществами, он не рекомендуется для младенцев. Потому что может содержать бактерии, которые могут вызывать проблемы в еще формирующейся пищеварительной системе. Мед также не рекомендуется диабетикам из-за высокого содержания в нем сахара. Выбирая мед, лучше всего выбирать самый натуральный из возможных. К сожалению, многие из продуктов, продаваемых в супермаркетах, являются поддельными и не содержат настоящего меда. Мед лучше всего покупать у проверенных пчеловодов. Итак,
Видео вы уже сегодня посмотрели, на канал подписались, лайк поставили, и про ложку меда в день не забыли.